Всем привет. Еду на работу. Настроение просто конченое. Ехать вообще не хочется. Посадка на судно будет в Манчестере. Сейчас расскажу, как все происходит. После того, как вы подписали контракт, через некоторое время вам присылают детали полета и говорят, где будет посадка. Мне сейчас сказали, что посадка будет в Манчестере. Вылетаю я из Краснодара, с Краснодара в Москву, с Москвы в Франкфурт, с Франкфурта в Манчестер. Там меня встречает агент. Дальше уже все по обстановке. Либо в гостиницу, либо на корабль. Абсолютно все расходы, все билеты полностью берет на себя судовладелец. В аэропорту вы также можете покушать, берете чеки, на корабле отдаете, и вам все вернут зарплатой. Такси в аэропорт, все оплачивает судовладелец. В этом видео сделаю нарезку, как я добираюсь. Кому интересно, смотрите. Может, кто будет первый раз лететь, спрашивайте, задавайте вопросы. Буду помогать советами. По поводу багажа. Обязательно с собой берите в ручную кладь все документы в багаж. Вообще абсолютно никакие документы не сдавайте. Багаж может потеряться, тогда будут проблемы. Также рекомендую заворачивать багаж в пленку. Это не из-за того, что там чемодан, допустим, поцарапается. Были случаи, я даже с пацанами летел, у одного пацана просто-напросто разошлась молния. Так как перелетов много, чемоданы бросают, кидают. Приехала 1/4 чемодана, грубо говоря. Все высыпалось. Стоит этот рублей 500, но это ваши вещи, вы едете на 4 более месяцев. Поэтому я бы рекомендовал замотать его. Также не рекомендую класть в багаж ноутбук, планшеты, ну, любую электронику, что у вас есть. Чемоданы кидают, просто могут разбить. Еще по поводу багажа. Всем морякам оплачивают багаж на 40 килограмм. Некоторые авиалинии, правда, требуют, чтобы багаж был разделен на два чемодана. В один багаж 20 килограмм, в другой багаж 20 килограмм. Я сейчас полетел, чемодан у меня 27 килограмм. Я его сдал как один. В общем, можно сказать, с авиалиниями повезло, прокатило. По поводу одежды, если перелеты длинные, то, конечно, желательно одевать легкую одежду, не джинсы. Бывает такое, что перелет занимает более суток, поэтому я бы рекомендовал спортивный костюм, кроссовки, чтобы вы были налегке. Вы также должны учитывать, что ваш багаж может потеряться. Всегда в ручную кладь берите с собой там пару трусов, пару носков, шорты, майку, зубную пасту, щетку, чтобы у вас было что надеть на пароходе, пока не приедет ваш чемодан на пароход. Когда регистрирую билет, ну, лично я так делаю, всегда я регистрирую багаж до конечного пункта назначения. Ну, в данном случае я зарегистрировал багаж в Манчестере, также взял в Краснодаре сразу все три посадочных билета. Прилет в Москву, мне не нужно встречать свой багаж, а сразу же иду трансфером в зону вылета. Прохожу таможню, ищу свой выход и жду самолета. Если есть время, иду в кафешку, немного перекусил и лечу дальше. Кстати, по поводу багажа, также рекомендую в самом начале, когда вы его там запаковали, замотали, либо дома, сделать фотографию. Если багаж потеряется, служба, которая занимается поиском багажа, они могут потребовать фотографию, чтобы знать вообще, как чемодан выглядит, эти виды. В любом случае, если теряете багаж, то обязательно заполняйте документ, то, что вы потеряли багаж. Не надо верить на слово агенту, то, что он сейчас там привезет его, либо потом позже доставит. Обязательно заполняйте документ, то, что вы потеряли багаж. Если что, кого интересует, пишите в комментариях, там, в Инстаграм. Многие пишут в WhatsApp. Задавайте вопросы. Кому нужно, отвечу, помогу.
прилетел во Франкфурт. Через полчаса посадка начнется на Манчестер. Чтобы вы знали, куда вам идти сразу после того, как приземлились, просто смотрите, какой выход у вас указан в билете. И уже по табличкам идете и смотрите, какой у вас гейт. У меня выход Б-44. Оттуда, откуда я вышел из самолета, я примерно прошел около 2 километра. У меня в запасе было 1,5 часа, поэтому я не спеша прошел зону досмотра, нашел свой выход у нас на посадку и попил кофе. И сейчас я иду в посадку. Через 25-30 минут. Всем рекомендую сначала найти свой выход, потом уже ходить по дьюти-фри, либо по кофейне. Аэропорт бывает разный. Бывает, что необходимо переезжать в другой терминал. Это занимает немалое время. Прилетел в Манчестер, границу надо открыть. Нужно таможню пройти. Это очередь такая. Таможню прошел, теперь нужно получить багаж. У меня третья. Вот и мой чемодан уже крутится. Сейчас нужно найти агента в зале прилета. И он скажет, что будем делать дальше. В общем, сейчас агент со мной связался, сказал название гостиницы, чтобы я взял такси и ехал туда. Сейчас буду такси искать и поеду в гостиницу. Я нашел таксиста, везет он в гостиницу. Ехать минут. Сказал ехать минут 15. Что? Пока что отключаюсь. Приехал я в отель, что-то ерунда какая-то, не отель. Сейчас буду населяться. Все, зарегистрировался на ресепшн. Иду в номер. Трэш какой-то. На 69 номер. Лифта нет, поэтому сейчас отключусь тут. Тащить наверх. Этажи. Коридорчики узенькие. Лестница узенькая. Чемодан тяжелый. Гостиница. Конечно, просто жесть. Что-то бандовые все такие.
Ну так, агент сказал сидеть, ждать его звонка. Он свяжется и скажет, что, когда, куда. Сплит установили. Ну так, потом дальше сниму, как уже на пароход едем. Приехал за нами агент. Сказал, что у тебя сумка тяжелая, что ты не жену взял с собой. Приехал за нами агент. Пан с Украины будет с кем-нибудь общаться. С Панамы, один коронавирус. И технишим сварщиком, что-то трещина какая-то в балластной танке вроде. Посмотрим, будет еще что делать. И все, отправляемся на пароход. Сейчас надо на таможне показать паспорт. Поедем дальше. Сейчас проходим таможню, показываем паспорта. Дальше идем на пароход. Идем на танкер. Чем ближе к танкеру, тем больше не хочется его видеть. В эти резервуары танки перекачивают груз, который привозят.
прибыли в порт. Сейчас спущусь, покажу все. Вот здесь я буду работать 4 месяца. И буду делать видео для вас. Так вот добираемся. Все, сейчас буду по трапу подниматься. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Это сейчас танкер грузу, поэтому низко. Если бы в балласте, то было бы очень высоко и неудобно подниматься.